И всем привет, ребята, с вами Нинди, и сегодня у нас видео по Brawl Stars и новая рубрика «Играю с рандомами». Что я делаю в этой рубрике? В этой рубрике я использую искать команду и ищу рандом команду и с ней играю. Если я выигрываю с этой рандом командой, я их всех добавляю в друзья. Если проигрываю, то ливаю. А весь прикол в том, что я могу найти как и русскоязычных, так и не русскоязычных. И будет, в принципе, интересно посмотреть на их скилл. Будут мне находить подобным по моим трофеям. И я буду играть во все разные режимы. Поэтому мы, наверное, будем начинать сейчас. И да, я буду играть, наверное, только за Дэрилой, потому что я только недавно, прям часика два назад, выбил на него новую пассивку. Первую. Так, давайте-ка начнем с кражи подарков. Я в краже подарков речь всего играл. И стоп. Где наша музыка? Сейчас. Вот так. Все. Я нажимаю на готово. 700 кубков. Так, ясно. О, все. Прикольно. Так, Пейн Джост Георг. Хорошо. У нас двоих пассивки. Отстань. Найс. Помоги. Пейн, лови, Пейн. Стоп. Блин, что так? Мне показалось, или лагает? Возможно, а может и нет. Так, ну к нам сейчас придет злой примыч. Я же говорил, злой примыч будет. Все. Защищайте. Нет, вы что, дурочки? Ну да. Окей. Ну, понятно, у Пейна только первая сила. И они ливнут или кикнут меня. Но я, к сожалению, играю с каждым только по разу. И мне интересно глянуть профиль Пейна. Ага, две леги. Ну, мне тоже. Так, 27, понимаю. До свидания, к сожалению. Простите. И я играю с вами по одной катке. Теперь... Играем в захват кристалл. Ищем Тиму. Тима, ищись. Может быть, еще раз надо? А может быть, другой режим надо взять? Иначе пока что никто не хочет. Это шо, бунт от Суперселл? Так, я, наверное, сейчас перезайду. Иначе, чтобы я не брал, тима не находится. Окей, А, нет. Ладно, сыграем в Brawl Ball. Уходит. Так. Какого бойца мне взять? И да, привет тоже, ты в Ютубе. А, это не в сети? Так, ты что тут у нас? Ля Гелекси. Понятно. Ладно, окей, пойдемте. Так, давай, пошли. Нажми на готово. Все. Стоп, я зашел за звуки Мортиса. Кто взял Мортиса? Ну ладно, я тут единственный с пассивкой. Оу. Оу, май гад. Ну что ж, будем бунтовать.
Морти тут вообще играет в догонялки с Мишкой. Ну, слава богу, что не старый. Или не с Максимкой. Нифига себе, неплохо. Давай, Мортис. Мортис, давай. Ах, Мортис был хорошим Мортисом. А вот тут посерьезней. Так, боже, сложно играется в Brawl Stars. Тем более на высоких кубках. И тем более в Brawl Ball. С рандом командами. Но это не рандом тиммейты, это рандом команды. Ну, тут как бы... Nice net. Обожаю. Сопрессаю, вы хоть когда-нибудь свои сервера почините? А. Ну да, ну да. Окей. Вы, конечно, простите, но мне надо будет... ливнуть. А меня кикнули? Спасибо. Меня кикнули. Привет. Стоп. Получилось. Ого. Когда ты общаешься сам с собой, когда у тебя нет друзей. Ну ладно. Это прикольно. О! Так, дай-ка мне... Ну ладно. Спасибо. Спасибо за то, что ты существуешь. Ой, боже, он не додержится правил этого и карты. Надо сидеть в кустах и все. Тем более у меня инет лагает. Хотя не, не инет, а сервера. Ты меня бить пойдешь? Она меня не увидела? Ну да. Продуктивность 8 бит на этой карте. Ну вообще 8 бит нормально играет, но... Дина, Дина, пожалуйста. Дина, обойди, обойди. Блин, я спалился. Мне надо кочевать заново. Кстати, стоп, я ж могу на нее накачиться. Подкат, откат. Эй, уйди! Это самое, наверное, топовое. Подкатил к Пайпер. Откатил от Пайпер. Хотя сейчас... Так, так, надо здесь тихо. У меня есть тяжелый, да? Все. Беги. Пайпер еще одна. Давай. А, нет, там уже невыгодно. Ну ладно. Пайпер подкатить! О, нет, какой Пайпер? К Пенни! Это наконец-то первая победа с рандомом. И, кстати, это ютубер. Стоп! Встретили ютубера, блин. Найс. Предложить дружить профиль. Албы. На каком он языке говорит? Если на русском, то вообще топ. Алба, бой, юты. Ах, прикольно. Спасибо. Но мне надо идти новых искать людей. Не обижайся. Так, ну мы уже встретили как минимум одного ютубера. Какой мы еще режим? В ответ тут не играли, да? Ну вот, все. Такс. Ну вообще, как вам обновление в Бравле? Лично мне нравится. О, Альбабой, он все-таки добавился, друзья. Блэд. Блэд. Казалось бы, при чем здесь Блэд? Ну окей. Ну, мы уже встретили одного русского и, одной, и одного ютубера. Ай, ай. Ну да.
Я, конечно, умный, что пошел на рожа. Просто так бум. Так уже в папке один раз был. Кстати, у нас рандом не такой уж и плохой. Рандом именно тиммейт, а не команда. Больно. А Динамайк шарит. Динамайк шарит. Так, мне надо подкатить кому-то. Наезд сделать. Вот так. Сделан наезд был. Неудачный. А, Мунлайт просто... Ну да, ФК Шарблайт. Собственно, неудивительно. Хотя я не так уж и плохо к Блэтам отношусь. Доброе утро. Ай, блин. Больно. Ну все, мы слились. Хотя есть капелька надежды. Под названием «Один гем». Отстань. Так, ну все, одного человека все гемы. А у тебя пассивка? Жестко. Припаркованный. Давай! У тебя есть шанс. Да все, мы проигрались. Да, проигрались. Именно проигрались. Давай. Ну да. Хотя стоп, что? Ничего. Тебе хочется плакать. Ну, думаю, вам эта рубрика понравится. Не, я, конечно, не заканчиваю. Или заканчиваю. Каким мы еще режим не поиграли? А. Ну, это соло режим. Ну, конечно, ты ливнешь. Стоп, а здесь можно находить тиммейты? Ну, да. А, у нас еще осада есть. Так, давайте-ка, давайте. Только, конечно, ожидание идет. Ну ладно. Эй, ты, после команды, давай. Так, это будет, наверное, очень долго. Но вообще, пассивка на грани не такая уж и фиговая. Конечно, вторая пассивка тоже неплохая. Но я ее еще не тестил ни разу. Но вообще нормальная пассивка такая, первая. Типа щит он реально спасает. Я не представляю игру на дыр, любя щита теперь. Хоть играю с ним только один день. Так, мне тиммейтов не хотят искать, да? Не хотят. Говорят, пошел ты. Ну ладно, я подожду. Да, это пройдет как одна секунда, для меня как вечность. Да, ну даже вечности не прошел, окей. Ну, все. А, второй ютубер. Второй ютубер. Он крекер запомнил. Запомнил. Все, у нас уже есть два ютубера. Нам попалось. Прикольно. Нам нужно собрать в скором времени тиму из ютуберов. Если что, UT это сокращенно YouTube. Кстати, прикольная карта. Мини-штольня называется. Нет, это эконом-класс штольни. Нет. Ну да. А крекер не так уж и фигово играет. Ну да, крекер. Так. Качим. Мне показалось, или Дэрил немного сильно перекачался? Ну, смотри. А тут... Изи. Спойлернули, и она убивает двоих. Шелли. И, наверное, он крекер. Да уж, меня спойлили. Окей. Давай. Опа. Блин. Прям неплохо. Но крекер тащит, да? Крекер, тащи. Мы тебе поможем. Давай, все. Не иди. Стой еще. Стой. Да ну-ка. Тупые.
Вот просто тупые. Ну что ж, подкатим. Давай, давай, ну стреляй, стреляй. Рикошет. Молодец, рикошет дебил. Рикошет дебил. А, ну да, смерть. Если рикошет очень умный, то он очень умный. Это не... А, нет. Блин, немного. Давай, Шелли, я верю в тебя. А, все, смерть. Жалко. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, с вами был Нинди, и новая рубрика по Brawl Stars под названием «Рандом команды». Пока-пока!